Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый кран. Ну, для меня он новый, я не знаю, сколько он работает. Фарос Фаусет. Это кран, не букс, а просто кран, где можно зарабатывать на кране. Сбор раз в 3 минуты и на коротких ссылках. Поддерживает 13 криптомонет. Вывод на Faucet Pay, Solana блокчейн и вот Binance. Значит, ну что здесь? Регистрация, друзья. Кликаете Sign Up. Прописываете username, email, повтор имейла, пароль, ставите галочку, нажимаете зарегистрироваться. После чего вам письмо придет на почту. Сейчас я вам покажу. Нужно будет подтвердить адрес электронной почты. И после заходим на кран. Значит, обратите внимание, юзернейм, там нужно логин. По-моему, до 8 символов. Потому что простой, так как я привыкла, у меня он не прошел. Значит, и вот так выглядит наша домашняя страничка. Кран меня зацепил. Я вчера не спеша набрала минималочку на вывод. А минималочка здесь на Faucet Pay от 3000 сатош. Как бы, ну вот я собирала Solana. Да, вот у меня минималка набрана. И я не спеша как бы собрала. Вот сейчас я вам все покажу. Здесь вот эта статистика, то, что я собирала. Кликаем Next, как бы, да. Вот, 17-го я зарегистрировалась. И вот только вчера я вот как бы начала собирать. Вот идет все 20 число. Раз 20-е. Страничка, потом еще раз. Вот. И как бы вот так. Значит, здесь количество претензий, как бы всего претензий, и сколько коротких ссылок. Я короткие ссылки не смотрю, я работаю только на кране. Значит, и на домашней страничке также есть реферальная ссылочка, и здесь уровни. Значит, идем по заработку. Earn. Кранцам и короткие ссылки. Кто любит и умеет просматривать вот эти ссылки, пожалуйста, смотрите. Я их не люблю. Значит, я, как уже сказала, на кране кликаю Faucet. Так как я собираю Solana, у меня сразу здесь как бы Solana. Если вы хотите собирать какую-то другую криптомонету, кликайте. И, пожалуйста, вот здесь как бы сколько вы будете получать. Куда-то. А, вот Dogecoin. Видим, столько в Dogecoin'ах. Трон. Если хотите. Вот такое количество. Далее, что еще? Litecoin. 210. Litosh, вот этих сатошиков. 5 сатошиков. Ethereum, DigBoot, Bitcoin Cash, Dash. Вот. Ну, как бы здесь всего хватает. Я же собираю Solana. Раз таймер у меня 118 Solana Satosh. Раз 3 минуты таймер. И здесь вот такая вот капча. И разгадываем сначала, смотрите, антибот. Потом кликают на эту Submit. И вверху, видите, идет шкала. Нужно разгадать, будет капчу. Такая тут капча у нас, уточка. Дальше. Готово. И все, мне зачет. Пошел отчет таймера. Далее опять.
кликаем All Set. Опять видим, да, тут все шкала вот эта. Нет, вот через 3 минуты тогда вот новый сбор. Выбираете криптомонету какую, да, и собираете. Раз в 3 минуты. Далее что? Также здесь партнерская ссылочка. Находится вот так ее. И она скопировалась. Здесь вопрос-ответ, это можно прочесть. Далее идет вкладочка кошелек, вывод. Я еще ничего не выводила. И здесь, как мы видим, криптомонета. Какую монетку будете собирать, такую и будем кликать. Так как я собираю Solana, Faucet Pay, да, естественно, я буду выводить криптомонету Solana. Минимальный вывод здесь у меня в Solana от 3000 Solana. И здесь или Solana блокчейн, видите, он недоступен, так как здесь минималка, конечно, видим, да, сколько, 100 тысяч. Я минимум 3000 криптомонет Solana. Выбираю Faucet Pay. Далее, что у нас здесь? Так, и у нас здесь нужно прописать будет, ага, адрес. Идем на Faucet Pay. Linked адрес. Все делаю в режиме онлайн. И что я хочу сказать, я рекомендую вот этот кран, потому что мне лично он понравился. Я не знаю, возможно, вас не зацепит, но меня вот зацепил. Прописываю адрес. Так, максимум, что у меня здесь? Ставлю сразу. Так. Поставлю так 0 на всякий случай. Комиссии, как видим, нету. Ну и что? Кликаю вывод, да? Please. Ага. Значит, Faucet по email адрес надо. Пардон. Сейчас напишем адрес. Значит, Faucet Pay email адрес. Видите, я прописала кошелек, у меня вывод не прошел. Кликаем вывод. Все, загорелось зелененьким. Вывод прошел. И идем на Faucet Pay. Дашборд. Перезагрузим сейчас. Возможно, в обработке. Может, вывод обрабатывается вручную. Не знаю, друзья. Сейчас посмотрим. Сейчас историю вывода посмотрим. Так как тут есть история вывода еще. Вывод, история. Ага, процессинг видим, да? Но пока идет вот этот процессинг, выводим. Давайте посмотрим. Ой, не там. Так, вывод. Что у нас по другим монетам? Если, например, собирать Dogecoin, Faucet Pay, вот такое количество видим, да? Минимум сколько на вывод. Так. Tron на вывод. Минимум вот от миллиона. Видим, да? Вот здесь вот минималку показывают. Как бы. Далее, лайткоин у нас на вывод. Сколько минималочка? 1395 лайткоин сатоши минималка. На каждую криптомонету свой, как бы,
порог вывода 50 сатош. Вот этих дикбутта. Видим, да? Биткоин кэш 375 вот этих сатош. Dash, Fiora, Zcash. Что у нас тут? 3500 сатош. Binance у нас идет 400 сатош. Solana, как я уже вам показывала, 3000. Ну, тут этот USDT, ну, вот такое количество. Видим, да? Давайте посмотрим. История, что у нас там? Комплект. Видим, да? И вот пока я тут микрофоню, монетки должны поступить. Давайте обновим. Ну, почти инстантом. Вот. Ой, я. Фаусет. Так, фарас. Фаусет. 3000. Вот они. 370 Solana монет. 21 апреля. 3370 вот этих Solana монет. Согласитесь, неплохо. Вот. Ну, здесь аккаунт. Здесь нет ничего такого. Пароль поменять. Выход. Опять. Собираем монетки. Выбираете любую, как бы, да? Вот. Так как я выбираю, как бы, собираю эту Solana, я, естественно, Solana. А вы выбираете, какую вы тут захотите криптомонету. Разгадываем. Тут вот бывает, знаете, что здесь нет подводных реклам, но бывает, так как я долго сижу, у меня 10 клеймов, пока я делаю 10 сборов, бывает, перекидывает на страничку, на другую, как бы, так как это кран, мы понимаем, да, что на кране, вот, но и вот еще бывает капчу, плохо видно, я вот на кружочек нажимаю, и вот так чисто, визуально, блин, я ее прохожу. Вот. Опять субмит. Идет вот такая полоска, она загружается. Так. Ого, вот что это? Это курица, да, наверное. Готово. Все. Пошел отчет таймера, я пошла дальше заниматься своими делами. Как вот у меня открыт бокс. Вот. И за 3 минуты можно успеть много. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.